Советского информбюро. В ночь на 17 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожному узлу Моравского острова в Чехословакии. В результате бомбардировки на территории железнодорожного узла возникли пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами. На Штетинском направлении наши войска продолжали бои по ликвидации плацдарма противника на восточном берегу Одера. Сильным огнем и контратаками гитлеровцы стремятся удержать свои позиции. За день боев уничтожено более 3000 немецких солдат и офицеров. В Бреслау наши войска вели бои по ликвидации окруженного гарнизона противника. Советские штурмовые группы за 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.